Документ, представленный администрацией областного центра, предусматривает изменения сразу нескольких мер соцподдержки семей с детьми. В первую очередь предложено увеличить сумму муниципального сертификата при рождении первого ребенка с 5 до 7 тысяч рублей. На эти средства родители могут приобрести товары первой необходимости. Предполагается увеличение адресной социальной помощи с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, совершенствование механизма предоставления проездных билетов семьям из многодетных семей, детям, школьникам, студентам, молодым педагогам. Одним из ключевых моментов заседания Гордумы при этом стало рассмотрение проекта бюджета Тамбова на следующий год и плановую трехлетку. Доходная часть городской казны составит 8 миллиардов 139 миллионов рублей, что на 76 миллионов больше расходов. Свыше 60% бюджетных средств планируется направить на поддержку образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.